Дворец культуры Ивановского меланжевого комбината. 25 кружков и коллективов художественной самодеятельности занимаются здесь по вечерам. Нина Жданкина и ее подруги поют в хоре, а на комбинате они работают в ткацком цехе в одной комсомольской бригаде. В честь юбилея СССР они выступили с почином считать этот год годом ударной работы и учебы. Одно из обязательств – освоить новые бесчелночные ткацкие станки, не снижая выработки. Комсомолки не только выполняют взятые обязательства, но и выпускают ежемесячно 1000 метров ткани сверх плана. Семь республик страны Советов представляют девчата этой дружной бригады. Многонационален город ткачей. Бригада, с которой мы вас познакомили, здесь не исключение. Рабочая дружба. Одна из основ трудовых побед ивановцев. Я другой, такой страны не знаю, не такой, надышусь.